Зонтик нужно брать раньше, чем промокнешь, а учиться защищаться до того, как войдешь в ринг. Приветствую вас, уссурийские тигры, с вами Федорович, а в этом видео мы снова посмотрим на невероятную защиту, но уже от боксеров старой школы. Николино Лотче, аргентинский гений защиты по прозвищу «Неприкасаемый», о котором наверняка мало кто из вас слышал. С детства тренер ставил пацану акцент на защиту, что сделало его грациозным мастером в ринге, по которому попасть было тяжелее, чем по надоедливой мухе. А мы посмотрим его чемпионский бой в 1968 году против Фудзи в Японии, где маэстро просто унизил оппонента в родных стенах и еще раз подтвердил свое прозвище. После 9 раундов избиений и работы по воздуху, истощенный и заплывший Фудзи отказался продолжать бой. Пернелл Уитакер – очень яркий, техничный и невероятно мастеровитый парень в плане защиты, у которого на счету 40 побед из 46 боев. В своем поединке против титулованного Оскара де ла Хойи он вдохновил режиссера в «Матрице» на сцену, когда Нео уходит от пуль, ведь удары золотого мальчика по скорости не хуже. Майк Тайсон – боксер, о котором ничего говорить не стоит, ибо про него и так все знают. В расцвете своей карьеры Железный показывал невероятное мастерство работы корпусом. В своем 22-м поединке против Реджи Гросса под конец первого раунда Майк, не делая ни одного шага назад, показал, что такое работа корпусом, когда Гросс зарядился в многоударную комбинацию, а потом показал, что такое удар. Джо Гальзаге – невероятный британский боксер, о котором кроме фанатов бокса мало кто знает, несмотря на то, что у мужика за плечами 46 поединков и 46 побед. Этот непобедимый монстр обладает 4 самыми престижными поясами и победил 21 боксера в титульных боях.
Вот на один из таких чемпионских боев против Сакио Бики мы и посмотрим. Мухаммед Али – икона бокса для многих поклонников. Про него нечего добавить, кроме момента, который я хочу показать. Али уклонился от 21 удара за 10 секунд в бою против Докса. Дуайт Мухаммед Кави – очень интересный боксер с львиным сердцем. При росте всего в 170 сантиметров этот гладиатор выступал в тяжелом весе в эпоху, когда в ринг выходили перекачанные машины под 2 метра. Но Кави разработал свою тактику боя, очень похожую на маятник Тайсона, которая позволяла ему сближаться и всаживать свои кувалды в голову оппонентов. В 1986 году он впервые встретился с Холифилдом за чемпионский пояс. Это был равный бой, в котором Дуайт показал чудеса защиты. Но раздельным решением судей победу отдали Холифилду. Рой Джонс-младший, легендарный боксер, о котором не знает разве что поколение Фортнайта, всегда славился прежде всего своей скоростью и мощью ударов. Но его рефлексы мангуста и реакция кобры были не менее восхитительны. 15 января 2000 года в поединке против Дэвида Телеско за 3 чемпионских пояса Джонс показал себя во всей красе. Джеймс Тони – один из великих бойцов золотой эры бокса, который провел 88 боев, 75 из которых выиграл. 13 февраля 1993 года провел один из лучших своих поединков против Айрона Беркли за пояс чемпиона мира IBF, в котором продемонстрировал невероятную работу корпусом и защитные действия. После тотального доминирования Тони, вследствие которого у Беркли закрылся от гематомы глаз,
После 9 раундов бой был остановлен ввиду отказа секундантов. Когда защитные действия граничат с самоубийством, зрители всегда замирают в ожидании того, что им делать дальше. Гнобить бойца за понты, если он упадет, или восхищаться, если выживет. Так было и в бою Вильфреда Бенитеса против жесточайшего нокаутера Томаса Хирнса. В конце раунда Бенитес показал чудеса защиты, несмотря на то, что любой удар Хирнса мог его отправить в нокаут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, защита какого бойца вам понравилась больше всего. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы вы можете, став спонсором канала даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники в стиле муай-тай, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. Также подпишитесь на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем», куда я даю полезные фишки, наработки, мотивирую и анонсирую предстоящие спортивные движухи. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Защита. Нога где-то. Раз, два. Переваривайтесь. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! Хоба! Опа! Вот так!